Вы же видите, какова ситуация в самом Европейском Союзе. Им не до приема у новых членов хотя бы сохранить старых. Я ярый сторонник сохранения Европейского Союза, которые против нас всегда санкции вводили против Беларуси. Почему я за сохранение? Да потому что Европейский Союз – это одна из мощнейших опор нашей планеты. Если ее выдернуть из-под этой системы, не просто закачается, может рухнуть вся система. Поэтому я сторонник сохранения Европейского Союза, потому что Америка, Европейский Союз, Китай и другие страны сегодня держат эту планету, хотелось бы нам или нет. А Сербия всегда счастье найдет и в ЕС, и в ЕАЭС. В этом вы можете не сомневаться. И тут мы готовы с вами работать.